Давай, пошли. Зайди к Винни, я здесь подожду. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Полапаешь там тёлочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Помнишь времена, когда отель Корлеоне еще был крутым, а? С 29-го года это место здорово скатилось, да. Хотя детки там, пожалуй, еще ничего. Вам с Поли еще учиться и учиться. Когда кого-нибудь валишь, убедись, что он сдох. Есть разговор. Садись. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот Сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. И хватит об этом. Хорошо. В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Давненько я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение. Полить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вот свадьбы. Это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я, Поле, устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. На улицах опасно. Thank you.
Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Забывайте о приличиях, ладно? Не знаешь, где найти хозяина? Я просто дверь стерегу, друг. Эй, красавчик, тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выпей рюмочку, расслабься и развлекись как следует. Добрый день, сэр. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Мы можем просто поговорить. Скажи, что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Ищу девушку по имени Мишель. Она занята наверху, зато я свободна. Пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим и плодотворным. В комнату входить только с клиентом, не раньше. А, ладно. Ты знаешь правила, Дотти. Мишель сегодня здесь? Сейчас проверю. Да, но сейчас у нее клиент. Если вам нужна Мишель, придется долго ждать. У нее клиенты на весь день расписаны. Центральная 1702. Ему плевать, ты нужна на работе. Он умирает? Нет, не думаю. Значит, перебьется. Ты должна быть здесь. Оставь его с соседкой, если придется. Ты наша лучшая девочка. Босс хочет, чтобы ты развлекла его новых покровителей. Ему нет дела до того, что твой ребенок болеет. Ты должна явиться на работу немедленно. Пожалуйста.
это еще кто тут у нас командует? Босс старается подружиться с новыми друзьями. С чего бы? Когда эти друзья придут к тебе с ноги в руках, постараешься и ты. Вы знаете, Мишель? Не знаю такой. Все девчонки внизу. Как ты обращаешься с женщинами? И с мамой своей тоже? Нет, прошу! Ох ты мой, какая скорость! Простите, я не хотел! Виноват. Ты Мишель? Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут Сэм. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет у ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю.
Простите! Прошу, простите! Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете. Если вам нужна девочка, вернитесь к бару. Там они непременно вас развлекут.
За мной! Заходи сбоку, давай! Заходи сбоку! Давай! Заходи сбоку! Thank you.
Идемте! Огонь не могу!
Убей его! Опа! Он меня заметил! Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Пожалуйста, хватит! Чем это Билли был замешан? Все сюда, живо! Как ты посмел прийти сюда? Жги эту суку! Сейчас согреется! Спокойной ночи, сволочь! Я его нашел!
мог вот давно так остановить это! Попал в меня! Городе по-другому не будет. Наверху, он на балконе. Сейчас поддам огня. Мне это нравится. Наделали убийство в доме Божьем. Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ах ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из церкви. И где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убирать. Сюда приперлись остальные! Тут аптечка! Парни, отцепите церковь! Не дайте ему выбраться! Давай, лезь к катафал! Ты издеваешься? У него есть мотор и колеса! Может, конечно, пройти, лишь поискать другую дачу на Радосково!
Только не жми на крючок! Сюда приперлись остальные! Маши пушкой в мою сторону! Еще один тип нас заметил! Больно! Перезаряжай! Да когда они уже кончатся? Сюда приперлись остальные! Вызываю все экипажи! Срочно нужны подкрепления! Стреляйте, пока он может! Тут еще один! Один упал! За мной! Да когда они уже кончатся! Зайди с фланга! Мне лучше не злиться! Они лезут и лезут! Оторвались. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Давай вернемся в бар. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься. Священник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелло. А тебя с Поли уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все. Босс будет доволен.
Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок.